Общество защиты прав потребителей призывает правительство отменить ограничения на импорт, которые Россия ввела в ответ на санкции. Или, по крайней мере, вернуть в страну отдельные виды импортных товаров. Иначе, по оценкам экспертов, в организации зимой Россию может ждать дефицит молочной и рыбной продукции, а также овощей. В Обществе защиты прав потребителей признают, проблему может частично решить увеличение реэкспорта через Беларусь. Однако главное условие, чтобы обходу санкционного режима не препятствовали российские таможенники. Общественная организация также обращает внимание на снижение качества продукции. В частности, рыбы, поставляемой в Россию из Чили, и на резкий рост цен. По нашим оценкам, в целом на продукты питания до конца года цены возрастут на 20%. На 20% это опережающие инфляции темпы значительно. А на отдельные позиции, как отдельные позиции рыбной продукции и молочная продукция, она, по нашим прогнозам, подскочит вот именно уже ближе к зиме, цены могут возрасти на 30-40%.